Здравствуйте, время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии Еламан Раймбеков, и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом важном. Дорожная карта по Текелиски. 10 из 13 объектов срывают сроки сдачи. Исправительный бизнес. В местах не столь отдаленных открылось новое предприятие. Опасность за окном. 6 малолетних детей выпали из окон в прошлом году. За 8 истекших месяцев нынешнего уже 3 факта. Курс на сотрудничество – один из приоритетных направлений послания президента, в том числе новая модель государственного управления. И проблемы в сфере образования стали предметом обсуждения областного депутатского корпуса в режиме онлайн-встречи. В ней также приняли участие члены региональных общественных советов Алматинской области. В ходе диспута участники обсудили плюсы и минусы дистанционного обучения школьников. Решение данного вопроса обозначено и в послании главы государства. Наряду с этим были рассмотрены предложения спикеров о повышении статуса органов местного самоуправления, а также роль маслихата в контроле за расходованием бюджетных средств на реализацию государственных проектов. В целом участники онлайн-совещания поддержали задачи послания, адресованные народу Казахстана. Президент акцентировал свое внимание на том, что наша страна взяла курс на слышащее государство. Это прежде всего постоянный диалог власти и общества. Со дня оглашения послания президента повсеместно проходит его обсуждение. Хочу отметить значительный прогресс в поставленных главой государства задачах. Это и концепция «слышащее государство», и множество предстоящих преобразований. Я поддерживаю решение о повышении статуса органов местного самоуправления, о выборности акимов. Таким образом, власть и народ станут ближе, а значит, все проблемные вопросы будут плодотворно и быстро решаться. 13 проектов реализуются по дорожной карте занятости в моногороде Текели. 10 из них в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Однако ход работ идет не должным образом. Подрядчики отстают с намеченным графиком и хромает качество. Подробнее в следующем материале. Улица Динмухамета Кунаева в Текели имеет статус самой длинной улицы Казахстана. Вдоль нее компания ТО ЖТСУ строит тротуары и прокладывает арочную линию. Но, как видно по выполненному объему и темпам, до запланированного 15 сентября работа не завершится. Аналогичная ситуация по улицам Тавельсидеку, Алиханова, Бытовик и Женис. Здесь на 198 миллионов тенге организация ТО «Монолит» взяла на себя обязательство провести капитальный ремонт с укладкой асфальта, заменой арочных лотков, установкой дорожных знаков и выделением тротуаров. Договор подписан еще в апреле, но с того периода мало изменений произошло. Разве что все перекопано. Сроки поджимают, а темпы работ оставляют желать лучшего. Жители возмущаются. 3 месяца вот перекопали. 3 месяца, три. Вот 3 месяца, когда теперь сентябрь, уже зима не за горами, вы начали какую-то работу начали делать. Вы что? Не могут считаться образцом благоустройства и контейнерные площадки. Силами ТО «Камкоркуш» в Текели построено 30 таких объектов. Местами залитый бетон треснул и уже крошится. Контуры не выведены. Словом, некоторые участки нужно переделывать. Это строители сделают в рамках гарантии. Год дается. В течение года какие-нибудь будут нарекания, мы придем и это все исключим, сделаем. Там у нас и в этом обязательстве написано, в тех спецификациях. Общая сумма на 14 миллионов. Там была со скидкой. Доп. Суммы мы сделали 30 таких на по 3 контейнера. В общем, это на 90 контейнеров. Не принял в эксплуатацию аким города Бахтияр Унербаев и 6 футбольных площадок. Компания «Элитстрой» должна была завершить работы 12 июля. Искусственное покрытие рассыпается на глазах. Сетки не стянуты и имеют огромные дыры. Заново перестелить поле и привести в порядок ограждение поручил ответственным лицам аким города. А срыв сроков послужил основанием для дальнейшего судебного разбирательства. Теперь это дело судебной системы и прокуратуры. Мы неоднократно замечания делали. Вот 6 спортивных площадок. На сегодняшний день уже, хотя по условиям договора они должны были закончить 12 июля. 6 спортивных площадок и 1 футбольное поле в поселке Рудничный. По ним очень много замечаний. Также слабо ведется рекультивация хвостохранилища Текелийского свинцово-цинкового комбината. Из бюджета было выделено 600 миллионов тенге.
Работы завершены только на 20%. Приостановлены работы, потому что карьер не был определен, поэтому и вода не остановлена. На хвостохранилище поступает только шахтная вода. Проектом предусмотрено два этапа рекультивации земель – технический и биологический. Продолжительность проекта – 11 месяцев. Ильмар Рамбеков, Карат Костырганов, телеканал ЖТСУ. Бизнес за решеткой. Предприниматели Алматинской области создают рабочие места в исправительных учреждениях. На сегодняшний день в тюрьмах функционирует 25 объектов. Благодаря их работе трудоустроено порядка 350 человек. По словам заключенных, представляемая работа позволяет им закрывать долги перед государством. Об условиях труда расскажет Анора Магильдинов. Ежегодно в стенах исправительных учреждений проводятся дни открытых дверей. Это отличный шанс увидеть, как содержатся заключенные, а вместе с тем узнать, чем они занимаются. Не так давно, благодаря предприимчивым бизнесменам региона, на территории колонии ЛА 155/14 появился мясоперерабатывающий комбинат. Здесь выпускается порядка 10 наименований товаров. Это колбасы, сосиски, тефтели и многое другое. Стоит отметить, что вся выпускаемая продукция – халал. Мы работаем без свинины, без сои, без добавок, без различных там каких-то там загустителей, затвердителей. Со стороны КУИС огромная поддержка имеется. То есть решены вопросы, значит, спецтранспорт, заезд, выезд, потом спецконтингент обеспечили, значит, достаточно достойными ребятами. То есть у нас коллектив порядка 25 человек и с дальнейшим увеличением до 50. Ну, в ближайшей перспективе, где-то месяц-два, мы уже собираемся 50 человек. За свой труд заключенный ежемесячно получает минимальную заработную плату. По словам осужденных, предоставляемая работа позволяет им закрывать долги перед государством. Всего на территории Алматинской области бизнесменами создано 25 предприятий. В них трудятся порядка 350 заключенных. Сфера деятельности осужденных, начиная от швейного производства, камнеобработка, металлообработка, изготовление бетонных изделий, фермы, конструкции. На сегодняшний день у нас пришли предприниматели, которые поставляют свою продукцию в мусорные баки, выиграли тендеры, на Астану поставляют, современное оборудование завезли, раскрой металла, лазерный раскрой. Свое оборудование завозят. Сотрудники исправительных учреждений призывают бизнесменов открывать цеха и производство на территории колонии. Для открытия своего дела на территории тюрьмы департамент уголовно-исправительной системы региона готов оказать предпринимателям всю возможную поддержку. На сегодняшний день в Алматинской области в местах лишения свободы отбывают наказание свыше 3000 заключенных. Более 70% из них задействованы в исправительных работах. Ануар Амангельдинов, Степан Мирешко, телеканал ЖТСУ. В Министерстве образования прокомментировали петицию о возвращении школьников к традиционному формату обучения, передает закон КИЗ. Казахстанские родители выступают против электронной формы обучения, считая ее разрушительной для детской психики. Поэтому предлагают ввести независимую научную экспертизу для оценки безопасности современных цифровых технологий в образовании. По заверениям представителей ведомства, смена формата обучения и переход к традиционной форме зависит от решения санитарных врачей. Фильм «Дисней» с казахстанцами стартовал в мировом прокате. 4 сентября компания «Дисней» презентовала миру фильм «Мулан». В его съемках активное участие приняли казахстанские каскадеры из международной группы «Nomads Tunes», передает закон КИЗ. Они не только исполнили все сложные трюки на лошадях, стреляли из лука и фехтовали, но и дублировали голливудских актеров. А руководитель «Nomads Tunes», постановщик трюков Жайдарбек Кунгужинов, сыграл в «Мулан» одну из ролей. Несмотря на трудности, отечественные каскадеры выполнили все трюки четко, качественно и эффективно. Столичный житель снял на камеру мобильного телефона опасные игры детей на крыше паркинга одного из жилых комплексов. На кадрах видно, как группа несовершеннолетних проводила свой досуг. Один из подростков катался на велосипеде. Девочка сидела на карнизе, свесив ноги. В ходе разбирательств сотрудниками полиции было установлено, что вход на крышу паркинга был открыт. В итоге с жителями данного дома проведена профилактическая беседа, а на дверях паркинга установлен замок. Сотрудники полиции призвали родителей проявлять бдительность и во избежание трагедии вести контроль за местонахождением своих несовершеннолетних детей. К другим темам.
6 случаев выпадения детей из окон зафиксировано в прошлом году и 3 случая с начала этого года. В Алматинской области эта страшная статистика все еще имеет место, несмотря на предупреждение службы спасения. Очередной профилактический рейд сотрудников ЧАЭС направлен на сведение к нулю возможного выпадения детей из окон. Семья Шалхара Ахашева живет на 8-м этаже. У него 2 малолетних сына. Чтобы не волноваться о безопасности детей, глава семьи оборудовал окна прочными решетками. Простой, но действенный способ. Поскольку мы живем на 8-м этаже, переживая за безопасность детей, мы установили железные решетки на окна. Они способны выдержать вес детей до 10 лет. Считаем это правильным решением. Теперь, когда дети играют возле окна, мы не переживаем за их безопасность. Умеют находить подход сотрудники УЧС и к детям. Развешивая памятки у подъездов, играющим во дворах детям, мягко и ненавязчиво рассказывают о том, что играть возле окна небезопасно. Падение детей из окон является основной причиной детского травматизма, так как дети из-за своей естественной любознательности перед раскрытым окном могут выпасть. Управление по чрезвычайным ситуациям города Талдыкурган просит всех жителей и гостей города Талдыкурган быть бдительными, не оставлять детей без присмотра и, конечно же, не рассчитывать на москитные сетки. Есть специальные решетки, также и блокираторы, которые не допускают открытия форточки более чем на 10 сантиметров, что может помочь детям не выпасть, забравшись на подоконник. Стоимость блокираторов и решеток на современном рынке услуг варьируется от 3 до 10 тысяч тенге на окно. Возможно, для кого-то эта сумма существенна, но она никак не соотносится с жизнью и здоровьем ребенка. Рустам Ралбаев, Абай Хутхпай, телеканал ЖИЦУ. Одна страна, один народ. Сегодня более 200 многодетных и малообеспеченных семей, а также инвалиды ЖИЦУского края получили благотворительную помощь. Мероприятие организовано Центральной мечетью Иман города Талдыкурган. А вот спонсорами данной акции выступили меценаты из Мангистауской области. Традиционно мероприятие началось с чтения молитвы. Затем священнослужители объявили, что каждому пришедшему предусмотрен презент в виде продуктового пакета. На благотворительную акцию приглашены 200 человек, чьи семьи в списке социально уязвимых слоев населения. В пакетах продукты первой необходимости – мука и мучные изделия, сахар, гречка, масло. Как утверждает мать-одиночка, воспитывающая 2 детей, для нее в столь нелегкое для всех время – это весомая помощь. Нас вызвали сегодня в мечеть, выдавать продукты. Мы очень благодарны. Нам для этого большая помощь. Я сама мать-одиночка. Как утверждают представители Центральной мечети Иман, выступившие оператором инициативы, общая сумма сформированных продуктовых наборов превысила 2 миллиона тенге. Такую немалую сумму для проведения благотворительной акции выделила семья известной всей стране филантропа Биби Жамала Апа из города Актау. По словам организаторов, благодаря ее социальной поддержке более 60 семей по всей стране обрели жилье и свыше 80 человек имели возможность совершить хадж. Однако, к сожалению, благотворительница, посвятившая большую часть своей жизни помощи другим людям, недавно покинула этот мир. Из жизни ушла выдающая женщина. При жизни была награждена орденами Батырана, орденами Курмет. Сегодня от имени ее дети, внуки, правнуки сегодня все дают такое большое мероприятие, идет у нас благотворительное. Это сперва идет большая помощь семьям, многодетным семьям, малоимущим семьям ЖИЦУского края. За это хотим сказать огромное спасибо. К слову, по инициативе Духовного управления мусульман Казахстана по Талдыкурганскому региону с начала периода карантина при поддержке меценатов и неравнодушных людей только по городу Талдыкурган организовано более 15 благотворительных мероприятий на общую сумму свыше 20 миллионов тенге. Айнур Мейрханова, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Самый длинный в мире подвесной стеклянный мост открыли в Китае. Его протяженность составляет 526 метров. От земли мост отделяет 201 метр. Он соединяет 2 берега реки Лянцзань на высоте птичьего полета. Его стеклянный пол имеет 3 слоя. Общей толщиной 4,5 сантиметра. Конструкция моста позволяет посетителям видеть, что происходит у них под ногами. Одновременно на нем могут находиться до 500 человек.
Ранее самый длинный в мире стеклянный мост также находился в Китае, в национальном парке в провинции Хунань. Его длина составляет 393 метра, а высота 300 метров. Дональд Трамп заверил, что уже к концу октября удивит весь мир. Он намекнул, что вакцина от коронавируса может появиться раньше назначенного срока, передает корреспондент Хабар-24. Такое заявление президент США сделал накануне во время брифинга. Он также отметил, что в обычных условиях на ее разработку могло потребоваться более 2 лет. Впрочем, несмотря на рекордные сроки, вакцина, по мнению Трампа, будет эффективной и безопасной. Ранее глава Белого дома сообщал, что образцы препарата от COVID-19 находятся на последних стадиях испытаний. В общей сложности американское правительство вложило в несколько научных проектов около 12 миллиардов долларов. Это не последняя пандемия. Мир должен лучше подготовиться к следующей, потому как вспышки болезни являются частью жизни человека. И все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он также отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, являющейся основой в борьбе с COVID-19. В ВОЗ подтвердили, страны, ранее сталкивающиеся со вспышками кори, полиомиелита, лихорадки Эбола и других инфекций, оказались лучше подготовлены к волне нового коронавируса. Спортсмены из Алматинской области постепенно возвращаются в спортзалы. С послаблением карантинных мер 3 боксера, входящие в состав сборной «Семиречья», начали тренировки уже в новом, полностью оборудованном зале на базе спортивного колледжа города Талдыкурган. Уже в ноябре воспитанники ОСШИКОР представят область на республиканском первенстве. Акбар Бисарев, воспитанник спортивной школы, практически все время карантина тренировался на дому, один. Позже проводил занятия на свежем воздухе, без специального оборудования и спортивных снарядов. Теперь для полной подготовки есть все условия. Каждый день по 4 часа. Вместе со своей командой боксер тренируется в зале. У нас тренировки проходят отлично. Вот, пока карантин был, мы на улице занимались. Сами готовились. Вот теперь зал вот открыли, сделали по-новому все. И мы готовимся к соревнованиям. Скоро будет, в ноябре должен быть чемпионат Казахстана, будет, вот, к нему и готовимся. Сейчас мы в свою форму приходим, пока вот соперников нету, сами только на мешках работаем, еще дорабатываем. К слову, тренировки проходят не только для поддержания физической формы. Комплекс направлен и на технику, и на силу, и на психологическое состояние спортсменов. По словам тренера Серикбая Турлубекова, зал был крайне необходим, тем более не за горами первые старты после карантина. Сейчас у нас план 22 ноября, чемпионат Казахстана будет, ну, еще неизвестно, где будет. Сейчас вот планомерно готовимся к чемпионату Казахстана по взрослым. С нашего интерната вот будет участвовать 3 учеников. Это 69 килограмм, 63 и 57 килограмм. У нас такой вид спорта, у нас мы должны вообще больше в зале быть. Ринг нам нужен, мешки нужны нам, больше в парах мы должны стоять. И поэтому, конечно, мы сейчас рады, что вот в зале сейчас. Лучшие спортсмены, победившие в чемпионате Казахстана, представят страну в составе национальной сборной среди молодежи. С учетом того, что семиреченцы всегда проходили отбор на азиатские спортивные игры, сомнений в том, что им удастся пробиться и в этот раз, нет. Алексей Цой, Блэк Утыпай, телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.